Здравствуйте! В Махачкале открылась продовольственная ярмарка. Мед, колбасы, чаи, шубы и многое другое. Все это в большом ассортименте и, самое главное, по доступным ценам, рассказывает Написат Шамхалова. Молочная и мясная продукция, мед, овощи и фрукты. В Махачкале открылась сезонная ярмарка от производителей. Свои товары здесь представили не только дагестанские предприниматели, но и гости из других регионов. Семья Лещенко из Кисловодска работает на пасеке почти 40 лет. В республику они приезжают уже не в первый раз. Своим покупателям они могут предложить более 10 наименований меда. У нас есть липа при простуде, очень хорошая, горная разнотравие, как общеукрепляющая, акация, гипоаллергенный мед, который можно давать детишкам с рождения. Это единственный мед, еще он называется детским медом. У нас есть мед с маточным молочком, с прополисом, с пергой, с пыльцой. В общем, выбор очень большой. Ярмарка для производителей – это возможность лично реализовать свою продукцию. Таким образом, цены здесь ниже рыночных. Как уверяют производители, некоторые товары здесь дешевле почти на 30%. Одни из постоянных участников ярмарки – предприниматели из Ставропольского края. В этом году они представили большой выбор колбасных изделий. На мой взгляд, добавок всяких искусственных – минимальное количество. Цены оптимальные, так что я довольна. Здесь же можно приобрести и текстиль, постельное белье от Невинномысской швейной фабрики или теплые пледы из Иваново. Представлен ассортимент сегодня подушки, одеяла, комплекты постельного белья, как из натуральных, так и из искусственных волокон. Торгуем мы здесь по республикам по своим ценам, что стоит у нас на Ставрополье, на фабрике цена такая же и здесь. Привезли к вам сюда разные подарки новогодние будут у нас, и полотенца махровые, и вафельные, и рукавички, и прихватки, и наборами, и в коробочках красивые полотенчики будут очень много. Вот, кому-то в подарок ночнушки, халаты, мужские наборы красивые, красивые пижамы тепленькие. В этом году на ярмарке можно купить и меховые изделия. Ведущая фабрика Юга России привезла большой ассортимент шуб из натурального меха по фабричным ценам от 15 тысяч рублей. У нас диплом от Вячеслава Зайцева в 2011 году наши шубки получили. Мы выставляли на подиум в Ростове. 3 золотых, 2 платиновых медали на ВВЦ в Москве. Качество очень хорошее и цены приемлемые. Мы ждем всех махачкалинок нам на ярмарку. Сезонная ярмарка в Махачкале проходит на площадке возле Национальной библиотеки и продлится до 12 ноября. Написат Шамхалова, Ибрагим Магомедов, Расул Дибиров. Время новостей.